Всем привет! Сегодня на обзоре хилер, он же жрец, клерк. Здесь он еще и жесткий дебафер. И чувак, который всегда виноват в смерти членов пати. Хочу пробежаться по его скиллам, чтобы было проще при выборе класса на старте. Подмечу, что они могут измениться. Погнали! Прикосновение отчаяния. Накладывает проклятие, наносящее урон. Не будет спящую цель, стакается до двух раз. Взрыв проклятий. Наносит урон. Если на цели было горение или яд, то они сбрасываются, нанося дополнительный урон. Быстрое исцеление. Это наш хил, который еще и снимает дебаф. Хаотический щит. Это защита от урона. Накладывает дебафы и увеличивает время проклятий в радиусе действия скилла. Проклятие кошмара. Сначала замедляет цель, а потом она засыпает. Магический квадрат. Бьет по области вперед себя, всем, кто в этой области накладывает проклятие и наносит урон. Спасение клея. Это наш массовый хил по области. Время для наказания. Это проклятие, которое снижает сопротивление урону и навыкам. Теперь поехали наши пассивки. Днем увеличивается сила вашего хила, а ночью постепенный урон от проклятий. Когда ослабленная вами цель умирает, увеличивается ваш урон. Увеличивается ваша продолжительность проклятий. Увеличивает силу хила от урона, нанесенного проклятиями. Уменьшает откат ваших проклятий. Увеличивается сила вашего хила от объема вашей максимальной маны. Спасибо тем, кто досмотрел до конца. Если было интересно, влепи лайк и подпишись на канал. Здесь будет много обзоров и гайдов по данной игре. Всех жду на стримах. Стартует Throne & Liberty 7 декабря в Корее.